Шедевры русской живописи в цифре. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» откроют галерею дополненной реальности. Уже сейчас на стенах висят, на первый взгляд, неприметные картины, издали напоминающие вышивку крестом. Но репродукции оживают благодаря специальному бесплатному приложению «Галерея Парк» при наведении камеры мобильного устройства на объект. Оно также оснащено функцией голосового сопровождения. Справку о предмете искусства, его авторе и дополнительную информацию посетитель парка может найти самостоятельно в процессе изучения картины. Всего цифровых репродукций будет 20. Официальное открытие экспозиции запланировано на 1 марта. Практически все картины, которые здесь представлены, выбирались картины, которые являются хрестоматийными. То есть, когда мы говорим о русской живописи конца 19-го, начала 20 века, вот в хрестоматиях именно эти картины. Там «Алёнушка», «Иван Грозный» и «Сын его», то есть, допустим, «Утро стрелецкой казни» и так далее.